Мертельном танце кружимся. Ни хрена мы ни с тобой не подружимся. Всем привет, друзья. Меня зовут Владимир, с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Ark Survival Evolved мод, вернее, DLC Extinction. Этот у нас индбанутый, хотя вроде пишется через М, не уверен. А эта собака действительно, судя по вашим комментариям, ползает по стенам очень даже ничего так. Сегодня у нас план какой? Сегодня нужен первый, это анкила, второй это колобок, потому что я не могу себе сделать дротики для того, чтобы притомить что-то более крутое. А тихоходочку посоветовали приручить, этим мы и займемся. И я, честно говоря, очень так косо-косо вот так вот прям смотрю, прям вот так, потом вот так смотрел, потом вот так, думаю, нет. Надо его все-таки приручить. Это называется тот дракончик, которого мы видели в ледяном биоме. Хочу туда сгонять, посмотреть, что за нафиг, с чем его едят. Сказали бить вот этот столб, с него типа порошок падает. И с него еще и кристалл падает, вообще нормальный такой. Да мы сейчас тут весь город по винтикам, шпунтикам разберем. Ни одна гаечка потом обратно не прикрутит, но вообще нормально. У нас не таймится, оказывается, эти вот розовые сволочи сказали не таймится. Ладно, нам как бы это с тобой совершенно не важно, нам нужны вот эти вот толстопузики. Нет. Да, да, все верно, все нормально, все правильно, четко. Так, спокойно, без паники. Наезжает на мой телепорт, типа что с телепортом. А у меня отмазка. А серия записывается 3-4 часа. А если... Я не буду пользоваться телепортом, то серия будет записываться часов так 7-8, еще часа 2 смело можешь накидывать. И она будет выходить вообще через день. То есть это как-то это вообще да ну нахрен такое счастье. Вот, потому что перелет занимает очень много времени. Поэтому нет, телепорт останется. Без него мы никуда. В данном случае пока я... в данном случае пока... Во, отлично, и второго туда же. В данном случае до тех пор, пока я не стану таким же крутым, модным и сильным, как, скажем, Куплинов. И не буду сидеть целыми днями снимать для вас видяшки. А тогда да, а тогда можно. А пока нет, пока телепорт. Ха! Вот красиво, да? Красиво я выкрутился. Вообще мастер отмазок просто. Вон она это. Ха, нормально, пойдем. А чем она, интересно, таймится? Во-первых, давай на изготовочку. Во-вторых, погнал. Оп, хорош. Так, ты чем таймишься? А ты подожди, я что-то не уточнил, танец она вроде как тем же самым вырубанием. Сейчас улетит, нет, не улетит, сейчас полетит, она отчасти прыгает. У-у-у. Ой, нормально. Так, пассив, на-на, надо сделать ничего не можно прикольное. Ай, она кусается? В смысле, стой, подожди, жук. Да подожди, это аж смешно. Как он вблизи, этот, страшненький. Я знаю, куда ты полетишь, да? Куда он упал? Бляха, опять пить хочешь? Заколебал. Да, я видел, я читал твои комментарии о том, что... по нему вообще тарфор слабо идет. Что, сделал так, чтобы он не хотел пить. Но он пить хочет каждые 5 секунд. Я уже себе флягу сделал. Пока готовил что-то там, не помню. Он уже, блин, напился. У него такое ощущение, что сушняк, у метку сушняка нету, блин, после хорошей такой бурной ночи. И это 4-й левел. Погоди-ка, я боюсь без тебя. Пойдем вместе бояться. Ну, в принципе, от нас не сказать, что прям убегает. Но... И вот такой прикольный. Следующее. Побежали. Где мой газовый жук? Я сильно сомневаюсь, что его сидят, потому что у него вроде как шкура очень толстая и хп, в принципе, нормально. Плюс... Да не очень дотянуться надо, вот мы с тобой сколько за ним бегаем. Так это ж мой, наверное. Конечно, мой! А какого хрена он там-то оказался? Стой, я спасу тебя! Главное, не убить бы. Нормально. Птер. Бляха-муха, да что ж вы до него все докопались-то? Он у меня хорошенький. Давай по птеру. Так, чтоб не цепануть. Да ё-моё! Вот давай теперь не надо, а сейчас вообще. Да ёперный ты театр. Я на него все стрелы потратил. Так, ладно, идем сначала за колобком, потом идем с лонгой. Ни за что, ни про что убили негра. Пить-то будем, нет? Наливай давай.
А, в смысле, подожди. Оно горячее, что ли? А кто знал? Ты ведь что не сказал, что вода горячая? Нифига себе. Вот он, красавчик какой-то ходит. Я не знаю, левел какой. А, на самом деле, мне наплевать абсолютно. А, ты какой левел? 40-й, нормально. А еще сказали то, что с коррупцией тут эта хрень, которую я сражал первый раз-то. Это полимер, оказывается. А кто вот знал? Я его, правда, не испытывал, но я на слово-то верю, почему нет? Я же доверчив. Вот не то, что ты вот, например, колобок. Я ему говорю, что у нас будет хорошо, все замечательно. Будем тебя кормить. Будешь пахать. По самое не могу. Вот. Не верит. А мы тут, короче, еще и шипастики с тобой сейчас соберем. Че нет? Хе. Если уж идти так по полному за комплектом, можно было, конечно, бобров, но что-то как-то. А вот это вообще просто прелесть, зато стрелы есть. Слушай, может, я в тебя так, как конкистадор буду, или кто? Какой нахрен конкистадор? Тореадор. Вот подходит так, тыкнул. Пока он там не прибежал, пока он там думает и быстро бегает, мы сейчас быстренько с тобой лучок. Вот, пожалуйста. Один штука. Давай догоняй. Я капитан Хук буду. Ну давай быстрее. Что там долго, блин, на палку натянуть кого-нибудь? Вот, например, колобка. Побежали. Не арбалет. Но, а что делать? Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Ну, это да. Так низко мы с тобой еще не падали. Пошли узоблять динозавра, и приходится делать нам с тобой лук. Вот они! Кого-нибудь из них мы сейчас, собственно, и, я думаю, приручим. Опа, додохи. Опа, пулемет. Эй, тут мы парковаться не будем. Там пряха-муха тоже пулемет. Надо этих пулеметов. А где мне припарковаться такому бедному несчастному? Все ходят такие блатные, мое место, я охраняю, гони за парковку. Я вообще тут 90-х. О, ходит. Какой. А какая разница, судя по всему. Ничего себе, я Нео. Ой. Давай, давай. Опа. Я слышал. Я второй раз слышал. Во. Хорош, что придумал-то, а? Ты, главное, за мной пойдешь? Какие левелы? 28 и... Да хрен с вами. Вот ты-то мне и пойдешь. Ты 28. Блин, как вы удобно. Как вы... Скажу, что все вы здесь сегодня собрались, а? Это прям цитата из песенки. Побежал, значит, уснет. На. Да он сейчас помрет, а не уснет. Не-не-не, нормально. Уснул. Ай, зараза. Плюется. Ой, тьфу. Ты что такое это? Злой-то? Вот это красавчик. 72-й левел. С него-то мы и начнем. На. Давай за мной побежали оттуда. Там, короче, этот, шипастик злой. Не хочу с ним водиться, и тебе тоже не советую. Блин, ты с ним поведешь, ты научишься с ними вот этими зубами, колючками тоже швыряться. Ничего, ни к чему хорошему это не перейдет. В данном случае, ты будешь выглядеть как глупый лысый ежик, а я буду выглядеть как дырявая дамочка. А во лбу будет рог. Типа единорожка такая, блин, My Little Pony или кто там. А ты откуда, подожди, щеманул? Главное, черт, вот хотел сказать, что главное, он нас с тобой не вот так вот, не ударил. Бляха, второй ползет. Отлично, спит. Так, со вторым-то разберемся, не страшно, иди сюда, на. А эта скотина, кстати, сжать его будет, если он вдруг это, подойдет к нему. Ладно, давай. Метель нам танцы кружимся, ни хрена мы с тобой не подружимся. Ждет! Вот он, красавчик! Ждет! Спокойно! Нормально, нажался, я говорю, теперь довольный. Теперь готов. Работать по самой не могу. Как у меня дом-то, да, красиво освещается? Поставил я такие лампочки, а то прилетаю везде светло, тут темно. Короче, нам с тобой сказали, что шипастый дракон будет. Не будет работать. Он тут по блату, он вообще по связям и так далее. Он тут чисто так на медальник, чтобы его не сожрал никто. Сказали нам это примерно следующей фразой. Седло на шипастого дракона делайте, скерчит перс. А то, что он тут шарится, в принципе, да, лампочки. Это вроде как и не пустынка. Но вовра ловить придется. Ну, это я потом посмотрю, когда. А так, между делом, может, поймаю еще что-нибудь такое. Правильно мне написал кто-то в комментариях, что говорит.
Если бы на даче водили пауки, я бы туда не ездил. А я тебе сейчас открою страшный секрет. На даче пауки водятся. А ты туда ездишь как минимум на шашлык. А меня не зовешь, а вот кто так делает? Ай-яй-яй таким быть. А я вот извиняюсь. А с каких пор у нас анкилозавр зубами камни грызть начал? Может, всю жизнь жопой грыз, блин? Не, он, конечно, и жопой умеет, но с каких пор он зубами-то начал? Сейчас мы с Понтом будем запускать с тобой дрона. А в этот раз уже по-нормальному, пускай нам бобра ищет. На, Пикачу! Нормально. Так. Только вот... А тут какие-то фильтры есть? Нет? Ладно. Куда летит-то? Вот, туда летит. Сейчас сначала найдем бобра. В смысле? Блях ты, муха. Не получилось с Понтом. Не получилось. Я забыл, что у него дистанция вообще мизерная. То есть это вообще жестянка, это бесполезное. Это так, за угол посмотреть. Но за угол мы можем с Понтом. Ой, как? Вот так вот можем с Понтом посмотреть. А можем и вот так. Типа вот так вот еще голову отведем от монитора подальше. И вообще будет нормально. Вон бобры, я же говорю. А ты не веришь. Вот они, вот они, вот они. Сейчас какого-нибудь бобра поймаем. Так, дрон, ну тебе нахуй. А, бесполезное пока что создание. Оно прикольное, но пока я не понял для чего. Я думаю, 17 стрелок тебе хватит. Представь, что ты сейчас будешь очень злой и побежишь за мной. Один же? Один побежит. Ой, кусается. Такой факт из мира зоологии. У бобров желтые зубы. Потому что в них очень много железа, чтобы они не разрушались, когда они грызут железо. Фу, железо, дерево. Хотя, в принципе, с такими зубами, наверное, можно и железо. Такой экскурс в зоологию, биологию, еще куда-нибудь интересный факт. Ты уже на дикобраза похож. В принципе, если бы мы с одной стороны вот так по-всякому бы его так напуливали, он реально был бы похож на дикобраза. Нормально, я тебе потом подошью, шкурка будет как новая. После стрел даже никто не заметит. Вот тогда я так люстру вешал. Примерно вот так вот лампочку какую-нибудь. На-на. А, ну вот зашибись, а включить-то как? Блин. Сколько енотов нужно, чтобы вкрутить лампочку? Вопрос неверный. Тут более верно будет, сколько механизмов нужно, чтобы поменять гребную лампочку в хате у енота. Во. Хоть как нормально, как белые люди живем, а то, блин, уже ни хрена не видно, уже ходишь на ощупь, нос два раза себе поцарапал, споткнулся. Вот у меня сегодня так же с утра было, шел-шел так вот, бац, споткнулся, ударился головой в подушку, все, потерял сознание часа на 4 сразу. Подушка это вообще коварная штука. А тут Т-граммы, также открывается с босса или как-то можно еще, мне вот просто вот интересно, потому что... Это нужно сейчас артефакт найти, это нужно там туда-сюда бегать, лясим, трясим, завалить кого-то, сделать репликатор, сделать еще... Ой, бляха-муха, я посмотрел на прожектор, ни хрена себе. Такая херня стоит на противоположном конце комнаты. 300 ватт, 300 всего-навсего. Ну, это примерно как у тебя лампочек штук 6 одновременно светит. У-у-у, нормально гуляем. А куда ты собрался? При этом свет-то не рассеянный, а направленный. Дилик, вот из-за тебя у меня куда-то щеманул пузырь. Вон он, мой пузырь. Посмотрим. А это не мой. А мой где? Вон тот, наверное, мой был, да? Нет. 36-й. Ты мой. Ты тоже не мой. А что за фигня? А, вот это мой. Вот его гоняют. Конечно, мой. А что-то по нему торпор-то вообще ни о чем бежит. Торпор одинаково практически. А левел вот выше. И он находится удобней. Короче, смотри, я стою тут на месте. Ты меня типа пытаешься кусать, но на самом деле это выглядит как хомячок. У меня хомяки, когда первый раз их купил, у меня там два таких мужика было, вообще блатных. Я сначала думал, они меня лижут. Пригляделся, они сволочи кусать пытаются. Вот это то же самое, он думает, что он кусает, а он нас лижет. Стой, 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 дай на тебя сяду. Вместе полетим. Блин, прикольная штука. Еще мне кто-то написал про... Как она называется, не помню. Короче, про того ленивца с грибом на... На-на. А, вон. С грибом на спине. Сказали, мусорка еще та, жрет все подряд, кормит чем угодно. Надо, короче, заморочиться. Так, Дилик, ты давай отсюда, ты мне сейчас будешь мешать. Я ж тебе знаю, сейчас будешь плеваться. Ходить своей желчью, пулять.
Это они все-таки, это хитерочек. Они как бы сделать ничего не могут, но они поэтому так подплевывают. Опа, окочурился. Хе, хорош. Хе-хе-хе. Так, а ты у нас вот это имеешь, да? Ё-моё, эффективность приручения спала. Это какое-то приручение, там 16 левел, ё-моё. Расстраиваюсь тут. Мы сейчас с тобой будем проводить научный эксперимент. Проверим, взрываются ли эти воздушные шарики, если в них тыкать острыми иголками. Объясню, для чего надо. Нам нужен пузырь газбега, вот этого, то есть, или бага, как он там, жука, короче. Сделаем воздушную почту. Нет, надо его сначала защитить, а то там Аронео все дела сожрут. Вот это надо, а то сожрет мой метод, мешочек. Ух, какой ж ты хороший-то, ёперный ты штиатор. Вот, нормально. В смысле ты сожрал? Ты куда? Ты охренел, что ли, слышь? Я сейчас твой мыльный... А, да, я забыл про это я конкретнейший забыл. Первый есть, второй. Второй нету. Кто сожрал мой пузырь? Я сейчас пойду вырывать его пузырь. Какой-нибудь желчный там, еще какой-нибудь. Ни хрена себе, это... Помнишь, я говорил-то, короче, сверху-то бомбежка-то идет. Тут метеориты нахрен падают. Тут только что один упал, вон там, вот прямо куда вот смотрю. Там такое... По все стороны, короче. Полетели обломки, все, я маленький. Давайте-ка, так, давай-ка мы с тобой повыше заберемся, посмотрим. О! Стопы! Сам прилетел. Вот это мне и нужен. Во! А куда ты собрался? Вот, вот с него, короче, должен... Да опять тракторы, опять сожрали газовый мешок, да? Гесбэкс. Нет, вот он. Нормально. Ну ладно, так устраивает. Вот сами ни хрена не охотятся, прибегают сразу ухомячить. Да это капец. Я не вообще капец. А я ни о чем не е. Фу-фу-фу. То ли дело моя еба. Я на эту ему боюсь сам нарваться теперь. Метеоритный дождик. Так они реально, вот они, вот-вот, падает. Вот, упал, вот, обломки, я же говорю, так такой зашибить может. Надеюсь, это просто декорация. Ну, блин. Прикинь, идешь такой радостный, там, думаешь, все, ты крутой, на самом крутом, Дина. Да херак так метеоритом, и тебе показали, как умерли динозавры. Камень, голова попадет, совсем дурачок останешься. Надо, короче, поймать один головой. Как снежинку на язык. Ой, там бегают вокруг нашей тушки, надо, чтобы ее не съели. На-на. Все, вот и все. Я теперь знаю, как сбивать дроны. Я молодец. Я прям снайпер. У меня снайперская винтовка. Ой, скотина жрет. Конечно, ага. Да вы охренели! Это ж мое было. Ладно, ладно, ладно. Я еще видел таких тут. Сделал, блин, delivery crate. А к чему тебе привязывать? No лифтов кли. А, это походу для лифтов и так далее. Вверх-вниз, наверное, гонять. Блин, я-то думал, это шарик воздушный почтальон. Нет, это просто, видимо, вверх-вниз гонять именно типа лифта. Он летит какой-то. А, нет, не успел. Я думал, он куда-нибудь сюда упадет. Не. Да они, короче, тут какие-то точку бьют какую-то. Более-менее определенно. Это как молния. В одно место не бьют, метеорит 55 раз упадет. Тем более метеорит арковский. Ой, это вот близко же было. Ё-моё, как мы не поймали. Я хочу поймать его на клюв. Чекнуть на хп. Вот он хорошо стоит. Хорошо получает. 16-й этот. Нормально. Спокойно. Не улетай. Черт, аптечки-то что завалят? Подожди, не пихайся. Твою мать. Да и уйди ты. Блин, бестолочь. Нифига себе там, три дилофазавра. Защищай. Защищай. Защищай, давай быстрее, жри его. Давай, давай. Давай ешь его, ну что за фигня. Какой же лучший паразит. На него напали Рекс, Траки, Тридилика. Он где-то сюда спрятался, я думал его загрызть. Смотрю, нету, думаю, ну все, сожрали. А он, сволочь, летел куда-то, вот он живучий какой, а. Эй, на тебе гусеница, подожди, ты сейчас моя будешь. Эй, чё, компрессор сломался, да? Выпускной.
Улететь не можешь. О, хорош спит. Так, стоим тут, охраняем. Ну, допустим. Я его притомил. Так, надувайся. Мне сказали, что он делает какой-то то ли ресурс, то ли еще что-то такое. Полетели. Но он прикольный, я смотрю, летает. Вот я вот тут уже немножко полетал на малой тяге такой. В целом довольно прикольно. Ты же не плюхнешься? Вот давай только не помирать, а. Не-не-не, я, короче, я пока проверять не буду, пока я с ними разберу, что такое, я проверять не буду. Ты что, поврет нахрен, я тут за ним столько выделывался, блин, он ягоду меня сколько сожрал. Все, что было, съел. А как на нем делают ресурсы? Мне сказали корову надувающуюся. Вполне себе корова, вполне себе надувающаяся. Ладно, короче, это задание надо. Жду в комментариях. Полетели, я не знаю, как с ним... Что, что он для чего нужен? Ух ты, на-на. Короче, да, он дамаг-то получает нехил такой. А может, я путаю? Может, мне сказали, что он... Веса у него много. Вот у него стоковое 3000 веса вот мне попался. Ну, допустим, туда-сюда рейд и... Не 3, допустим, 1000 где-то. Ну, 1500 у него было бы. Только вот он не собирает нихрена. Нафига ему вес-то? Рад, что... Грузить его по полной, использовать как, в принципе, как кицаля. Такого, типа слабо летающего. В целом-то неплохо, вроде как сойдет. Ты, главное, около костра давай аккуратнее выдыхай. Вон они шарятся. Так, что у него? Что это? Нормально все? Так, что у тебя, почему? Ни черта не вижу. О, я думаю, что так он завораживает, что ли? На-на! Нифига себе хорош. Сейчас тобой за ним пойдем. Я, правда, понятия не имею, что с ним делать, но он завораживает. Блин, капец. Так, это диадон. Где бы нам упасть-то, а жопу свою примастить, чтобы не сожрали. Что-то я посмотрел на мамонтов и решил. Я, пожалуй, пойду в меховой шляпке. Ох ты, прилетело. А чё ты на меня напала-то, а? Включить ПВО! Держи, сова. Я тебя сейчас, да, блин. Прилетела, нифига себе, вообще наглая такая, а? По беспределу. Я иду-иду, никого не трогаю, такой хороший, милый, красивый. Вот как эта хрюшка примерно. Она примерно берет только и... На-на-на-на-на-на-на! Хорошо, а драконы-то где? О, еще одна хрюшка. А драконы-то где? Ё-моё, еще и волк. Драконы-то где, спрашиваю? Да, ё-моё. Короче, я не буду спрашивать, где драконы, потому что иначе мы их никогда не увидим. Нас просто будут вот так вот брать и надоедать нам. Вон. Одного вижу. Почти что прямо по курсу, только нифига не прямо где-то сбоку. По кривой, вообще буква С. По кривой буквы С сбоку, во. В принципе, если мы кривую букву С, вот она вот, представил, да, вот буква С. Мы ее вот так вот сбоку вот так поставим, она будет прямая. Так что я все правильно сказал. А, Л, логика. Они, короче, со мной общаться вообще не хотят. Я посмотрел... А, вон, вообще идеально просто стоит. Меховушка, все дела. Только мне не нравится, как она слот держит. А, мне кажется, если она так будет стрелять, у него как минимум зубы повылетают. Есть контакт? А торпор? И торпор. По-моему, 2 соточки, да, влетело? Нормально. Да его сейчас сидят. Да его съели. В целом, если по нему влетает около... 200 торпора... С одной пульки, то нам достаточно просто очень быстро улетать. Я именно так хотел сказать, я хотел летать, сказал. Это такой способ говорить, когда пора улетать, когда всем уже задница наступает. Вот единственное, я вот не уверен, что он там, блин, какие-то струи какие-то там, вон, ледяные пуляет. С другой стороны, я на него огоньком сейчас могу дыхнуть. Я сегодня с голодухи прилетел, так будку себе накидал полную, блин. Картошки. А на, блин, капец, кипяток. Короче, я себе пол рта обжег, я... Неприятное ощущение, в общем. Так, он что-то до хрена шустрый. Давай приземлить куда-нибудь. Да его сейчас опять замесят. Че-то как-то мы не так делаем. По-моему, он какой-то нарывистый. По-моему, вопрос. Как, знаете, как лох в школе. Нарывается на всех. А сам ни хрена себе не представляет. Нарвется, его один раз хорошенько поймают, как всекут по собой не могу. Вот у него то же самое.
Вот еще одного нашел. Радует, что их достаточно много тут. Но сейчас опять будет какой-нибудь нарваться, а? Ты же будешь... Да он уже на кого-то нарвался. Бляха-муха. Надо спасать идиота. А, не-не-не-не-не, он еще не нарвался. Он еще пока так. А я что-то вот не понял. Сова тоже, что ли, как бы, типа, замораживает или что? А что-то он какой-то спокойный до хрена. Не кажется? Может, ему нравится? Может, он наркоша? Ты что не можешь себе какую-нибудь там пятизарядную сделать? Тут пулик-то надо, кассетный барабан ставь и все. Ты такое тут придумаешь, тех-технологии. Не может все кассетный барабан придумать. Может, тут первосортка где-то из кого-нибудь падает? С кого она тут может упасть? Вот, например, вот из птички с этой. Может упасть первосортка? Наверное, может. Так, проверить, покормить его первосортным мясом. Во! А это ж как, типа, знак доброй воли, что мы, типа, принимаем его в семью. Харен там не будет у него, короче, первосортной этой. Простым накормим. Я посолю. Игнасия задачка, да у него тут, блин, первосортки 130 штук. Правильно, мы же там с ним Рексом валили-то. Пока я хоть не за этим пузырем. Ой, хорош, как встаешь-то быстро. Ну, ты маленький левел, правда, 28-й. Но, в принципе, логично. Мушу, блин, из Мулан. Они такие милые, когда спят, а? А в смысле, какое тебе седло, что ли, надо? Ни хрена себе, скажу и тебе. Оно стоит седло-то, это. Ты за 50 скорость, до 50 херотина, что-то еще. Ну, не сказать, что прям это, конечно, большие. Тем более, это на 66-м левеле только открывается. Но, тем не менее, так. Ты летать-то как умеешь, так. А у ни хрена хорош. А на ты? На ты кусается. Нифига у него выносливость восстанавливается. Ё-моё. Вот такой же летает. Круче или хуже? Нормальный или лох? Где он там? Да по-любому лох. У нас-то круче, блин. Жахни. Ноль дамага, зато. А надолго? Ваш пенур. Ну, в целом хватит, чтобы свалить. Наконец-то отдышался. Наверное, минуту ждал. Ладно, с выносливостью мы разобрались. Значит, летать он толком не умеет. Только прыгает, как Дрейк примерно. Плавать умеешь? Ну-ка, давай-ка вот куда-нибудь вот сюда. Вот где поглубже, тут глубже нет. О, бобрячьи хаты. Они-то мне и нужны. Подумал, а бобер тут один, без семьи, одинокий отшельник. Я его убежать не буду. Я его просто заморожу. Честно, с коммунизи у него вот это вот все. А, деревца я ему оставлю и щемано отсюда спокойненько. Вот и все. Да мне их реально жалко. Не знаю, почему они бобры не улыбчивые такие. Прикольные. Блин, я не хочу их убивать. Мне вообще нравится тут. А сколько ты бьешь, допустим, просто вот. Вот, допустим, бежит кошка. Кадай-кай. Ага, дал. Аж два раза. Ладно, вон там те... А, вот, заперли. Ну-ка. Ну, так он быстренько бьет, ты нифига себе. Ну давай, ага, драконы, чтобы кошка еще драная заковыряла, вообще будет нормально. А в принципе ему какая разница, он может спокойненько взять, заморозить. Okay. А на С? Вот на С что-то. Да то же самое на С. На, вот левая лучше. Левая, левая, давай, левая. А что левая, левша что ли? Кстати, на нем удобно, вот если трайбом, я так понимаю, реально, ты трайбом идешь, и от тебя вечно, вот, например, вот эта вот пузатерка, вот эта коровка эта улетает. Подошел так, с понтом. Тык-тык-тык. Нифига она их разводит, как лохов. А, ну, короче, ты понял, да, что делать? То есть подошел, правую кнопочку жмякнул, он заморозил ее, и ты сидишь на нее настреливаешь. Потом опять жмякнул, лучше это на двух, либо когда выносливость до хрена. Выносливость у нас не хрена, поэтому мы, соответственно, так делать и будем. И трэпа у нас тоже нету, потому что мы играем. Потому что мы и енот играем один. Да, у меня раздвоение личности уже, все, дожился. Ты по стенам умеешь ползать? По-моему, он по стенам ползать не умеет. Да, по стенам он как Дрейк ползать умеет. Ну ладно, зато он завораживать умеет. В общем, на этом все. Все ссылки будут в описании под видео. Если вам серия понравилась, не забывайте большой палец вверх. Оставляйте комментарии, придумывайте имена и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем удачи, всем пока.